Приветики, приветики! Сегодня хочу вам показать элитную часть Пномпеня. И для того, чтобы его увидеть, нам нужно будет пройти немножко по набережной. Сейчас я нахожусь у паромной переправы, которая объединяет Пномпень и три абсолютно разных региона Камбоджи. Этот самый большой паром проходит через реку Тонлесап и Меконг на противоположный берег, скажем так, Пномпеня. Тот корабль посередине, паром поменьше, соединяет Пномпень и остров на реке Тонлесап. А тот совсем маленький-маленький паромчик слева от вас соединяет еще один остров на реке Тонлесап. А работы этим паромам предостаточно. Они не успевают крутиться между двух берегов. Только приплыли, тут же толпа уходит, следующие грузятся и снова в дорогу, как пчелиный рой. Сейчас увидите. Но оставим паромную переправу позади. И все-таки я вам покажу искусственный остров, на котором в скором времени будет жить вся элита Пномпеня. Это его окраина сейчас. Как видите, здесь вовсю строятся огромнейшие высотки. Одноэтажек здесь не предвидится. Этот элитный остров, кстати, называется Кох Пик. И сейчас вашему вниманию сам я. Спасибо, спасибо. Не нужно аплодисментов. Да, спасибо. Это я. Пока. Это набережная этого острова. И к огромному сожалению, все вот эти одноэтажные здания идут под снос. Вот как это, например. Кусочек любви, которую я нашел в Камбодже на этом райском острове, я дарю вам. Держите. Набережная этого острова сделана по принципу элитного корабля, устлана досками и покрыта специальным лаком. Лакшери. А вот вдали вы видите огромное количество кораблей разных типов и размеров, которые снуют между реками Тонлесап и Меконг. Набережная – это променадная улица, а раз так, то здесь можно заниматься спортом. Извините, я был отнюдь не в форме, поэтому не бегал. На данный момент эта набережная пока что не доделана до конца, потому что, как я уже и говорил, остров полностью строится. И на данный момент это финиш променадной улицы. Но, смотрите, везде стройки, стройки, стройки. Так что где-то через 15 лет здесь все будет элитно. И можно будет бродить, не замочив ножки. А пока что хочу вам показать один очень и очень неутешительный момент стройки этого острова. Вот он. Местных детей напрочь лишили детства. У них отобрали главное. Здесь когда-то была аттракционная площадка, где дети могли расслабиться. Но теперь этого не будет. Детству конец. Бургеры наступают.
Ну что ж, немножко погрустив и не позавидовав детям местным, я все-таки пошел дальше и сейчас буду вам показывать, во что превращают остров. Это остров, кстати, искусственный, я уже говорил, полностью по периметру прорывают канал, через который будет проходить река Тонлесап, делают два моста и строят вот такие вот огромные небоскребы. И это будет элитный район, как я уже говорил, в Пномпене. Здесь будут жить самые сливки. Вот, кстати, этот канал, который роет, и за ним уже начинается Европа. Ну посмотрите, разве это не Европа? Минимум какая-то Австрия или Франция. А вот на противоположной стороне полностью застраивают огромными небоскребами, чтобы простые люди не смогли посмотреть, что там делается на острове. А эти все небоскребы – это будущие отели, снова же, для богатых людей. Кстати, вот как роется этот канал. Вскоре он зарастет, здесь посадят красивые деревья, и будет все чики-пуки. Кстати, есть одна проблема. Пока одно строят, другое уже валится. Ну, что поделать, строят-то китайцы. Кстати, интересный момент. Тут же и цементный завод. Вот вам стройка, а через канал цементный завод, чтобы все было вместе. А вот это уже конкретные коттеджи для конкретных богатых людей. Они здесь на разных уровнях. Через улицы есть несколько огромных фонтанов. И все улицы четко спланированы по квадрату. Даже вот такой вот знак есть. Собакам здесь какать запрещено. Да, пока выглядит все не очень, но пожалуйста, это уже Австрия. Или Елисейские поля, или, ну не знаю, самое-самое элитное место Пномпеня, наверное. Посмотрите. Просто в шоке. Я никогда не думал в Пномпене увидеть такие элитные здания. Это огромный мол будет в будущем. Скажу вам сразу, в недалеком будущем. Потому что одно крыло уже запустили. Да, народу еще нет. Просто о нем еще не знают. Но, пожалуйста, все развивается. И здесь правят бал китайцы. Посмотрите, насколько узкие проходы в этом мегаполисе. И как все шикарно выглядит. Даже в Европе не везде можно увидеть такую красоту. А здесь постарались. Даже смогли сделать огромнейший паркинг под землей. А это будущие автоматы, которые будут пропускать автомобили в паркинг. Красота! Сделали дорожки для пешеходов и отделили их от мототранспорта и других видов техники. Смотрите, какой Майбах. А? Видно, что элита. И полетел. Но и я здесь пока что хожу. А вот это мода Таиланда. Какой я классный король. А это паркинги мототранспорта. Посмотрите, здесь их немеренное количество. Сотни и тысячи. У нас автотранспорт. А здесь мототранспорт. Заблудиться можно. И я решил снова сделать концовочку на набережной реки Тонлесап. Именно здесь пока что крутится вся жизнь обыкновенного народа. Спасибо за внимание, друзья. Пока.